Абзира шума зателю хопшча, а эфира джихуп, адыратера академия. Апсна Ацара Дырокор Академия Яцаннакуа, а экономикой Азинер Институт, а наука практика семинар Мепнагейт. Уака Идзырган Ахинткара Томчкуэ Хтула Ацара Дырокор Академия Яту а наука Усхерта Куэр Усура Азин Механизм Курат Цара Яскуа Проект. Уя Усадар Улыт, а экономикой Азинер Института Усуича. А семинар Ялахун Апсна Ахадай Усбарта Хатарнакча, а министрча Рейлазара Усуича, жилар Рейзара Адепутатча Ацарауа. Еще да агалует Апсна Ацардыр Кур Академия Апрезидиум Юнески Вёхшук Сабзара Жбарзият Наглазац Бамтала и Чыцна Япцан Экономикой Азинер Институт Выхаку Касьямазге Атула Социал-экономика Пчера Ахархарта Ацарат Пщата Атарау на Институт Апцуиште и Мепнагахо Аусура Квамаджа. Апсна Ацардыр Кур Академия Ацанакуа Экономикой Азинер Институт Вожжи Аус Заднаула за проект Хаку Касьяму Кохендкара Тамчкуи Академия Ацанакуа Усбартакуи Азин Пщатала Руси Цурери Римадари Атцара. Апхергилны хасфарстаху побряшук си аналогус на раха апсныпе цара дырат академия дцаны их наргылай хаистут апхе абрюза планла еще кургылана юешукса и назыркна бью юниз кюежа юниз кюежу и башукса атанакуа айтап этап лишена тема хазхазани хадцани ханубри а президиуму ханях обшхейт и ахинза сдыруала мадж Акхакуи хазги зивуд хатар хуна харги и харчей. Уже апхет пи этап нагзоб абас абрежих апхет пи этап убри ацанок ван абри апхет пи аквартал хот апхет пи ашук сабжаха. Убри зохан яхифи да агаот. Айбет убри аштех ян хадар цаштех а министр шарир лазаря марта мзазохан редарко это куцара. Убрак аги план лаярбоб абрташук саистыкны. Вежей вежей башук сарзын. Апсна академия Яцанаку институт, кои нарагзаша урску загизык, этап лишана. Ябанцы маду ахюнткарри ацара дыры. Уйша та сияму ма и чё яхат би ахюнткарра. Ацара дыра практика семинара чишты хаз ацара. Ахюнткарра чирачы хадаразлу акуна и губых шуйзыштра ататупха азгуйты дикулараджа. Апсна цара дыра кур академия, а президент Цураб Чепу. А дырра чуцку шатасы камлар ахюнткарра чирачы. Ахырхар тэква зигирчы. Гуманитар сфера, естественные науки, псабарат, хархарта, короче, зехинджера, демография взад, культура взад, бедша взад, кытанхамия зехинджера. Ихома, я хадыр, чутко, шатаса, науки, хинкарный ру, а вот шпицер уэха. Шпицер, а вот ихазер. А экономики Азинер Институт Рабхядзакуна и Цырнагуа проект Ажох Хадагалцыда Института директори Хатып Хойдиана Плепха. Уахала рада за отклыт Ахюнткарри Ацара Дыры Рыбжара и Снай Аймадара Лхазар Шаку. Ахюнткарра Ахырхартаку Зигерча Шатас и Шихацату Ацара Дыры. Диалог с бизнес-сообществом, он позволяет ученым понять возможности применения результатов своей научной деятельности и соединить это с реальными потребностями бизнеса. А самим предпринимателям узнать вообще о возможностях отечественной прикладной науки. Диалог с образованием, просвещением – это трансляция научного знания на образование, ведь и образование, и наука, они развивались одновременно с человечеством и вообще являются критерием современного развитого государства. Диалог с гражданским обществом, он представляет собой возможность принимать участие в обсуждении животрепещущих основных вопросов, которые волнуют всех нас, все наше общество. Сегодня мы представляем вашему вниманию, ну, если можно так сказать, правовой вектор взаимодействия науки и государства, и самое главное, вот если так выразиться, это правовой апгрейд научного инструментария взаимоотношений между государством и наукой. Диана Плеп Халук Кылрач Эрубас Илхейт и цирку о проекта Чишарбу Ажила Галаку. Насги и шумепгас от цара куги. Убриана Хархора Аман Афианерцпи Ахюнткарру Корпышеги. В рамках этой большой задачи было поставлено несколько вопросов. Тем это совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей взаимодействие госорганов и Академии наук,
соответственно, с подведомственными научными учреждениями, в сфере интеграции академической науки в инновационном развитии государства. Далее это предложение и рекомендации по обязательному установлению научной экспертизы как законов, законопроектов, так и иных проектов нормативных актов органов госвласти и государственных научных учреждений. Анализ действующего законодательства стоит отдельно проблемой и отдельной темой. Это с целью анализа законодательства с целью исключения противоречия и пробелов нормативного регулирования, совершенствования правовых механизмов и применения определенных методов компаративистики. Популяризация и обеспечение интеграционных связей научных исследований и практики правотворчества на сегодняшний день – это тоже одно из самых таких интересных и актуальных направлений. Разработка концептуальных предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные акты с целью совершенствования нормативного правового регулирования. Ажух хадачах шизыштра атана цара дырыз азакуан азин практика ахархуразы абхарай нарца улана аусарура. Насги и хадуб хаялкан аус задулаз азин нормат актква рапроектку. Это, конечно же, имплементация норм международного права, антикоррупционного законодательства в наше внутреннее национальное право. Это 20-я статья конвенции, о которой мы все говорим, которую сейчас очень бурно обсуждают все общество. Это актуальные проблемы рассмотрения научно-методологической базы проведения экспертизы нормативных актов на элемент коррупциогенности. Уполномоченным органом в этом направлении по постановлению правительства является Министерство юстиции, которое должно проводить экспертизу нормативных актов на коррупциогенность. Но при этом соответствующие институты Академии наук могли бы проводить как научно-практическую помощь, так и научно-методологическую помощь организовать. А семинар ялахуза экономикой Азинер институт аспирант Инал Кишмария ячо хочет за открыта коррупция тема. Ярая згойтит у яча гылараза ахенткарат бзнища шатаху хампада ацара дырат щата атен. Одной из самых сложных проблем, тормозящих развитие нашего государства, является коррупция. Данной проблеме в мире уделяется большое внимание. Без решения данного вопроса о минимизации коррупции сложно представить развитие правового и экономически развитого государства. В сфере правового регулирования данного вопроса на сегодняшний день в Республике Абхазия принят закон о противодействии коррупции, принят в последний период закон о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, принято постановление комитетом министром о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов. Безусловно, говоря об этой теме, важен опыт стран-участников ГРЭКа, это группы государств по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день их насчитывается 51. В данную группу входят представители СНГ, такие как Россия, Казахстан и Белоруссия. Хочется отметить, что в процессе противодействия коррупции значимую роль играют и научные, и научно-образовательные учреждения. Акытан Хамед института директор Люсик Айба Юкгылараджа ифит хаамта за атыпан пи алыц а рыхра ахюндкара хыпкыхадас ишыщ тынахыра горе узхгаджа его проблемы курыцбараджа ахюндкара ацхырара ганацару. В 2014 году было заложено многолетних культур в Абхазии в 7 районах, в 56 селах, более 1400 гектаров многолетних культур, подобраны по микрозонам культура, изученная почва. И это все дало фундаментальный подход. Даже были такие вот моменты, когда на второй год люди начали собирать уже приличный урожай. Все, почти практически то, что мы внедряли культуры, и посадочный материал был уже изучен учеными не сельского хозяйства. Случайного не было ничего. И поэтому я считаю, что по расчетам, вы представьте себе, значит, более 1000 сельчан были человек задействованы, более 1000 человек. Более 200 миллионов рублей люди на руки деньги получили, заработали. Даже молодые люди начали потихонечку с города возвращаться, потому что
Все было стабильно, люди стабильно получали, поверили, что эта земля может накормить нас. Но все сделали для того, чтобы эта программа дальше не стала развития. По нашим расчетам, представьте себе это утверждение, это реально, я официально заявляю, в 2017 году валовое производство по ценам 2014 года мы должны были получить более 800 миллионов рублей. А вложено было около 400 с лишним миллионов. То есть 2011-2017 год уже с таким прибылем мы выходили бы. От царады разнопалаку, кама гуге пхайлгуала фют, ахюнткарат статистика айхабыста нэхала, ахюнткарат усперти, от царады рыбжара аймадара ахмачес, даара ишкчалчес. Очень много интересных вещей науки не хватает, я вам хочу сказать. То есть мы фактически, статистика как прикладная наука, мы создаем базу данных, хорошая, она плохая, критика всегда присутствует, мы сами иногда недовольны, есть очень-очень много проблем. Но вот эти все проблемы, вот даже создав отдел исследовательский, нас там двое, но все объять невозможно. Но есть какие-то проблемы, которые бы, конечно, хотелось передать конкретно ученым в области там, экономики, демографии, не знаю, социальным вопросам, которые много могли бы решить на сегодняшний день. Как-то обозначить эти проблемы, это еще в силу, после текущей работы я еще что-то делаю. Но дальше углубляться и по всем сферам деятельности что-то делать, это невозможно. А вот то, что говорится взаимоотношений, взаимосотрудничество, я всегда за, чтобы наша наука сотрудничала с органом госстатистики. Рачак Цуама экономикой Азинер института хтрыдры кылыште Азиндырю Фрида Лазба. Лариха Данилы Пхядзуд, Ярбан Закуанзалак, а экспертиза Яхасрубха. Один из важнейших вопросов, который затрагивала в своем докладе Диана Эдуардовна, является вопрос экспертиз. И, в принципе, да, наше законодательство говорит о том, что любой закон должен быть подвергнут экспертизе, и это вменено Министерству юстиции. Но вопрос стоит в чем? Какая экспертиза должна быть? Она должна быть научной. Она не может быть просто экспертизой. Видите, в министерствах и ведомствах работают сотрудники, которые осуществляют, так сказать, рутинную работу по тем или иным направлениям каждого из министерств. Можно ли себе представить, что эти работники, да, возможно, они очень способны, они очень перспективны, но могут ли они сделать экспертизу закона? Мне кажется, что, может быть, кто-то и может, но сама экспертиза, она не будет качественной, потому что она лишена основы научности. И все наши законы, которые, тот массив законов, который существует на сегодняшний день, он, я с полной уверенностью могу сказать, что он лишен основы научности, потому что он не прошел ни один закон, ни одно постановление, ни один нормативно-правовой акт не прошел процедуру экспертизы с научной точки зрения. А наука практика в семинариалах узапсна цардыр кур институт курхадача руккулар курче зад. Клон хамта за ехтаны шырып хэдзу дачамта на гейпшымко ахюнткари от цардыри реймадыра шхымпада бью. Ахюнткара ащу куклари ачерерча, а наука шатас и шықыцату. А семинариалах уз ахюнткара хады усбарта айхабы хаты пой саида бэтпха и лахаз агуа хуралнатит. Лара язгуалтит ахюнткара билазара курче шуху от царауа купшча. Уртырхаб хэдзара джи игуб академиету институт курча Аус Зуа. Непосредственно небольшой пока опыт общения с теми органами исполнительной власти, которые приходится в рабочем порядке взаимодействовать ежедневно, показывает то, что в органах исполнительной власти, в отдельных отраслевых и межотраслевых, очень много молодых специалистов, которые не просто специалисты, а имеют непосредственное отношение к науке. То есть я постепенно выясняю, что есть у нас кандидаты наук и в каких-то технических сферах, то есть в таких особых. Я интересуюсь, какие направления деятельности, какая тема диссертации, потому что чтобы понимать, насколько человек, в какой сфере он обладает специальными знаниями, которые могли бы пригодиться в ежедневной нашей деятельности и взаимодействии именно с этим органом. Я хочу сказать, что мне это очень приятно, когда я узнаю, что мы непосредственно взаимодействуем с теми людьми, которые уже на научном поприще, у них есть какие-то достижения. Апсна царыдыры кур академия ту а экономикой Азинер института директор заурщала ща семинар зхы алазырхуз и табу пхарай хвид ишты хазас цары захана пербаза план апхят пешер чакацуб а наевские запхагуату ускорынак цара хакука хадас ирамуб.
Кынгу агызы апсына Атсары Дырыкор Академия яду Ақотбе Афизика Техникат Институт апцойшты хынвежу жобашықсы цид. Ариам таялық дзыны арақа еме пыргыз Атсары көй артыра көй хыпхядзаралы рачуып насыге агыры хаду. Ақотбе Афизика Техникат Институт аханат пямазы хыккы ехаге ехін зал шуйнана гдзойд. А институт ашок гылара атурыхы хам тазы ахырхар тахыда көй ртуда зад гылуд. Апсына Атсары Дырыкор Академия яду Ақотбе Афизика Техникат Института директор Анатолий Марколи. 1 июля 50 года было событие, когда правительство СССР создало институт уже полноценный. А за 5 лет до этого, в 45 году, тоже в июле, 23 июля, значит, здесь была организована работа немецких специалистов, которые частично были приглашены из Германии по контракту, так, по крайней мере, была оформлена их работа, а частично из военнопленных специалистов. А вот на этой площадке, значит, была лаборатория, которую возглавлял известный немецкий физик Манфред фон Ардене. А в Агудзере тоже очень известный немецкий физик, Нобелевский лауреат Густав Герц. Вот эти две группы первоначально были размещены в зданиях, которые ранее были, в частности, вот это здание позади меня, это был санаторий ЦИК СССР. Ну, ЦИК, это тогда так правительство называлось, СССР, Центральный исполнительный комитет. Все эти группы были размещены и в Агудзере, там тоже были санатории. Были выселены люди, созданы специальные условия, охрана, режим и так далее. Эти немецкие специалисты 10 лет здесь находились, работали, фактически создали этот институт, а главное, создали традицию немецкой школы физики, да, которая вот была настолько мощной, что она сохранилась и до сих пор, можно сказать. Но это были группы, лаборатории. А в 50-м, это было 75 лет назад, скажем, а вот 70 лет назад был создан уже институт, который еще не назывался Сухумский, он назывался НИИ-5, значит, и относился к ведомству развития атомной энергии. А попозже, где-то в 62-м, по-моему, он стал называться Сухумский физико-технический институт. Это был мощный институт. Перед войной было около 5000 сотрудников. После войны я, который тогда еще до войны работал в районе маяка в институте, который все знают как АТОЛ, назначил меня директором, а через 3 года, в 96-м году, Владислав Григорьевич попросил меня перейти сюда работать. И одновременно институт, который был на маяке, был фактически присоединен к нашему институту по моей просьбе. Кроме того, в районе Гагра-Пицунда, в селе Алахадзе, был такой тоже известный институт «Касатка», который тоже присоединили к нам. Таким образом, у нас на нашей ответственности оказались 4 фактически больших института, которые в Агудзере, в Синопе, на Маяке и в Гаграх. Стали работать. Основой нашей работы являются, конечно, очень большие наработки и очень фундаментальные знания нашего коллектива, то есть люди, которые здесь остались работать, это носители очень глубоких знаний по физике. Ну, как водится, со временем из сотни направлений, которые еще во времена СССР были, остались, ну, не десяток, так скажем. Да? Некоторые из этих направлений, в принципе, не секретные, носят открытый характер. В частности, направление физики, которое занималось прямым преобразованием энергии, это как расшифровывается, то есть источник тепла,
напрямую превращается в электричество. Без преобразования машинного или какого-то другого способа. Вот это направление, эта школа, которая у нас сохранилась, она очень сейчас востребована. Изделия, которые получаются по этой технологии, они в основном используются в космической технике как источник электроэнергии. Сейчас мы, в принципе, заново стали участниками будущей лунной программы России, которой мы как раз являемся ответственными за то, чтобы создать базовые технологии получения электричества на борту космических аппаратов. Помимо солнечных энергии используется тепло, источники тепла, изотопов различных элементов. Амтецац пхедза институт аджимя пыргуза цара курхапхедзара яцлун яру бриалаги институт ахедз штыцуан. Ауус изуаза специалист шаракузар рхия дырхун ацара курджа агыри маншалаз а технология чыцква. Яхеза институт аджа ацара курымя пгаразы ярбан тагылаза ащаку епцу. Спектр технологических как навыков и знаний у нас очень широкий, в том числе то, что называют, наверное, технологиями, то есть технологии, которые используют очень мелкие порошкообразные источники, да, создания различных приборов. Но это не чисто нанотехнология, это на границе между настоящей нанотехнологией и как бы... Новые технологии. Да, новые технологии у нас каждый год мы развиваем, получаем новые технологии, за что, собственно, нам и платят. Значит, я хочу подчеркнуть, что благодаря нашим сотрудникам, то, что мы зарабатываем, именно зарабатываем, то есть мы не получаем ни дотации, ни какой-то там помощи финансовой, еще как-то. Хотя эти работы, эти финансы поддерживает институт, но это просто выполнение хозяйственных договоров. Значит, заказчик требует такие-то параметры, мы способны это делать. В России эти технологии есть, но наш уровень оказывается немножко выше, поэтому основные заказы к нам идут. Это позволяет содержать вот наш многочисленный коллектив. У нас есть привычка инициативно как бы использовать часть прибыли, хоть она и небольшая, проводить инициативные работы для, скажем, нужд Республики Абхазия по программам, которые утверждаются в Академии наук. Вот последние годы мы занимались разработкой способов получения эфирных масел из растительного сырья. Создали технологии, создали образцы. Теперь наука на этом как бы завершена, есть отработанные технологии, надо переходить к производству, созданию там каких-то, может быть, мини-заводов и так далее. На этом этапе опять все застопорилось, мы писали в правительство, но пока нет ответа на то, дальше производство развивать или нет. А с этого года мы открыли еще одно направление, это... Направление касается создания источников энергии, создания региональной такой энергетики. Да? Речь идет о том, чтобы подстраховать наш основной поставщик, Ингургес, малыми или микрогес, которые могут быть размещены на речках и так далее. Хотя это направление считается известным, отработанным, там, во всем мире используется, но всегда есть какие-то нюансы, которые нужно все-таки довести до того, чтобы потребитель мог более-менее доступно и использовать эти вот работы. Вот мы хотим сейчас создали отдел, который будет заниматься созданием продукта. То есть такого генератора, который мог бы приобрести любой желающий, поставить на небольшой речке, да, и получать энергию хотя бы 3-4 киловатта установленной мощности,
что достаточно, в принципе, для домохозяйства. Это тоже мы эти работы проводим по своей инициативе, из своих средств, из своей прибыли. Значит, конечно, мы хорошо понимаем, что у государства очень ограниченные ресурсы, но одновременно понимаем, что все время рассчитывать на то, что коллектив будет только зарабатывать, а может же прийти время, когда заказчик скажет: все хорошо, мы заканчиваем, больше не будем, институт будет зависать. Мне кажется, базовую зарплату нашу местную все-таки надо планировать для нашего института, чтобы люди знали, что хотя бы у них базовая зарплата будет. Я думаю, что это время тоже придет и решится все. Апсна Ацардыр Укур Академия Яту Акотпи Афизико-техника Институт Ана Адыртазин Аркны Арақа Усыруан Ухны Зиквик Инарихана Уапсыры. Ана Юсаам Такорчырып Сахид. Апсна Аджинчтолат Байбашран Институт Ахаша Тазги Эй Курхазрачу. Айбашра Аштаха Институт Аусуйча Аджарви Уахи Ханхит Дара Ирыбзуруги Маджа. Хаам Таза Арақа Ику Паджар Апхиқа Узык Кухшы. Институт Ахадара. Апсна Анта Цирыму Аймадара Курхая Дырхуд Ап До войны этот институт был очень большим, крупным, действительно 5000 человек работало, и с огромным бюджетом тогда еще в советских рублях, я точно цифру не могу сказать, но этот бюджет был больше намного, чем бюджет Абхазии. Война, конечно, людей разбросала, вот когда я перевели меня сюда, я застал здесь около 1000 человек. Но все-таки 25 лет прошло, и вот содержать огромное число людей – это очень трудная задача. Во-первых, пошла естественная убыль, потом стабилизировалось число на уровне 300-400 человек, да? Вот. И мы стали готовить специалистов. Сейчас молодежи, если это называть вот до 35 там лет, да, по-моему, процентов 30-35. Поэтому эта подпитка идет, и она. И специфика института такова, что не всем интересно заниматься физикой, и не все могут, понимаете. Поэтому мы стараемся отбирать людей, таких, которые способны и хотят работать. Ну и еще привлекаем тем, что зарплата порядка 20 000 гарантирована. Акутпе физико-техника институт яценыкла объект Корчау сыруэт хэшу кархунца. Хатала тыхраку мепахкун синоу. Язгуатату партаргылараку акыршукса шырхыцу. Аяша зуавилая бумачка гуахуринам тузырги уй айкурхараза института напхгари аусзуцы и рыбзуру мачам. Вежив пашыксараку нэхыцу с Дмитрий Алексей Ипа арахи усуруха данаас. Урта аамтаку ибзиен игуала шудьяра. Усган дачатагылы заащакыгын. Хэмпада и вадайзырги акыр айнтерес В связи с тем, что Советский Союз развалился, большинство направлений было закрыто. Вот, и здесь было решено довести до готовности вот одно из направлений, которое здесь развивалось. Это вот решение проблемы сделать маленькие взрывы. Установки вот такого типа реализуется следующая идея. Накапливается энергия, затем она сбрасывается в некоторый объем, наполненный специальными газами или смесью газов. Вот, и по специальным образом формируется такая система, когда ток в несколько миллионов ампер протекает в объеме, примерно одной спички, так скажем. Так. Вот, при этом выполняются все параметры термоядерного взрыва, есть нейтроны термоядерного происхождения, есть жесткие излучения. Эти системы изучались здесь, и вот эта установка на нынешний момент одна из самых крупных в мире, в тройку-четверку где-то входит крупнейших установок. Вот за последние, скажем, 5-6 лет шли работы по моделированию некоторых процессов, происходящих в космосе. Вот это выбросы из молодых звезд, там сложные вещи, значит,
Мы работали в кооперации с Курчатовским институтом в Москве, с институтом Тринити из Троицка. Эксперименты проводились вот у нас вот на этой установке, которая называется «Феникс». А физически это плазменный фокус. Дмитрий Алексей Папснанта закрыл джерабас и пшел объект Курчауси Ухян, ой, а пыша акр и сыхуйтха и хуйтера. Ой, шахико лаборатория, чьими пыркует и сочнопе авусураку. Ну, вообще, Синовская площадка занималась вопросами физики плазмы применительно к проблеме управляемого термоядерного синтеза. Были развернуты работы, ну, они были развернуты по всему миру в развитых странах. И здесь, поскольку база была и в Сухуми, в Советском Союзе, вот Москва, Ленинград, Харьков, Новосибирск, Сухуми. Вот эти пять точек, где были изначально развернуты работы по этой тематики. Но вот практически работы здесь охватывали весь диапазон. Много разных устройств пробовалось, испытывалось. Международная кооперация, мы ездили за рубеж, конференции международные, публикации, все. Все это было. Дмитрий Вайтенко язгой той такыр и шгуахуару арах аусураза ачар ахайва. Дара айзыға зааша бзе корымуп. Ачар рагзар рейхабача ирчыр цааша рачу. Я училась в Абхазском государственном университете. По специальности я физик, специалист полупроводникового оборудования. Сюда я попала, познакомившись с удивительным человеком, профессором Уроцковым Леонидом Ирбековичем. И работая с ним, я поняла, что мне это интересно, я хочу посвятить себя изучению именно науки. Я работаю здесь на протяжении 4 лет. Эта работа позволяет нам увидеть мир, пообщаться с интересными людьми за пределами нашей страны, позволяет общаться с другими институтами. Мы работаем совместно с российскими ведущими институтами. Это институт спектроскопии Российской академии наук, Курчатовский институт. Также у нас заключены гранты с российскими институтами в направлении нашего исследования. Ари лаборатория чимя пысуа процесс куакыр айнтерес рыцуп. Насге артоприбор куарейс гарири бытари рнапала куп ачарача. Одним из актуальных и давно изучаемых направлений физики низкотемпературной плазмы является электроразрыв металлических проволочек в вакууме. Несмотря на то, что многие экспериментальные группы работают в данном направлении, конечно, остается ряд принципиально важных физических вопросов. Вот мы занимаемся в нашей лаборатории именно изучением электроразрыва проволочек. Электроразрыв интересен как объект фундаментальных, так и прикладных исследований. Как объект фундаментальных исследований, электроразрыв позволяет более детально изучить термодинамику фазовых переходов, что является на данный момент очень актуальным исследованием во многих странах. Агыршук сараха, сараха ауса зла специалистша рпыша рымардует ачар. И мадуб, зиграпхе дзегихакука сирыму, аханата института чапхе икклаз, ахапка анакцаруб. Постоянно участвуем во всех конференциях, которые проводят Росатом, другие структуры, Роскосмос. У нас очень высокая публикационная активность, печатаем в различных журналах и так далее. И у нас всегда запланирована поездка людей, именно по этому поводу, участие в конференциях международных, российских и так далее. Более того, вот сейчас в связи вот с 75-летием вообще отрасли, атомной отрасли, значит, в программе Росатома был такой раздел, ну, как бы абхазская часть. Мы их просили провести часть мероприятий здесь, в Абхазии, значит, на базе вот Литфонда. Ну, из-за вот этих ограничений пока вот, собственно, мы и свой юбилей не отмечаем. Нам Бог дал такую страну, имеющую вообще неисчерпаемые ресурсы для развития, для жизни, для творчества. Акрепсу телехопшчам обряла охотпе хадратарах харкшует, а на юсти хайкушера кунза обзирас.